Всем привет! На днях получила посылку с сайта iHerb и спешу поделиться с вами видеообзором. В этот раз стоимость посылки была $200, доставка примерно неделю, очень много интересных БАДов. Давайте приступим к обзору. Ну, как вы видите, наверное, здесь очень много мультивитамин в этой посылке, причем разных фирм, разной ценовой категории. Наверное, начну с компании Almax. Это Vitaform. Almax вообще это спортивный бренд, который делает спортивные добавки. И мне очень понравились их мужские мультивитамины, потому что действительно состав очень богатый и разнообразный. Если вы видите, тут вот 6 различных комплексов собрано. И витамины, и антиоксидантные смеси. И препараты, которые улучшают ментальные способности, концентрацию и так далее, память, поддержка мужского здоровья отдельно идет, там и соу пальмета есть, и цинк, селен, в общем, то, что нужно для мужского здоровья. Вот, поддержка костей и суставов идет, даже вижу глюкозамин, хондроитин. И минералы для, ну, типа восстановления, ну, типа электролитов. Вот. Хороший очень комплекс, $10 его цена, 60 таблеток, то есть месячный курс, по 2 таблетки в день. Ну, судя по дозировкам, тут 100-200%, ну, в основном 100% дозировки витаминов в 2 таблетках. В принципе, нет какой-то необходимости делить, там, допустим, принимать по одной таблетке в день. То есть хороший, полноценный такой комплекс, очень богатый, с очень богатым составом. Идем дальше. Это Life Extension, мультивитамины. Они здесь не написано мужские и женские, универсальные. 2 капсулы в день. У них, кстати, есть еще мультивитамины. 1 капсула в день. Так и называется one, вместо two. Вот. Но мне кажется, все-таки 2 капсулы, то есть разнести их по времени очень... да, принимаю 2 капсулы ежедневно. Тут не написано в какое время, но все-таки... Чем плавнее поступление витаминов в организм, тем, мне кажется, лучше. То есть не сразу 2 капсулы выпивать, а, допустим, 1 утром, 1 вечером. Так, здесь уже состав, естественно, победнее, чем в Vitaform. Это 60 капсул, цена около $9, там, с копейками. Но здесь, конечно, процентное соотношение витаминов намного выше. Не 100% дозировки, а очень даже такие... высокие дозировки, и, ну, вот эти мультивитамины можно смело, наверное, по 1 капсуле принимать, потому что здесь я смотрю и 6 тысяч, и 4 тысячи, и B12 12 тысяч, в общем, хорошие такие дозировки, сильные, я бы сказала, вот, и очень хорошая фирма Life Extension, мне она очень нравится, у нее такого фармацевтического уровня препараты обычно, и, ну, пользуется моим доверием, я так скажу. Вот. Ну и цена для такого уровня витаминов, конечно, очень неплохая. Так, это компания Natura's Way, мультивитамины L-Life, женские, 50+, то есть для женщин в возрасте 50+. Такая вот коробочка интересная. Так, что здесь в составе? Ну, здесь помимо витаминов, минералов, ну, практически 100, 200, 300, вот я смотрю дозировки. Есть также смесь фруктов, овощей, есть лютеина немножко, но совсем немножко. Вот, ну, обещают нам какой-то очень активный витаминов группы B комплекс здесь. Вот, фрукты и так далее. Вообще, Natura's Way хорошая очень фирма. Мне она нравится, особенно все их травы. Они эффективные, действенные. И вы, если наблюдаете за моим каналом, уже не первый раз видите их в моих посылках. Вот. Alive. Я как-то брала себе мультивитамины Alive. Честно скажу, особого результата не почувствовала. Вот. Поэтому все-таки предпочтительнее, вот, на мой взгляд, витамины от компании Life Extension. Так, и это
последние мультивитамины. Компания 21 век, Wellify. Ну, если вы знаете, 21 век, конечно, славится своими ценами. Они очень низкие, но при этом и форма минералов у них, как всегда, страдает. Это в основном сульфаты, оксиды, то есть то, что очень плохо усваивается. Вот. Есть тут тоже смесь овощей и фруктов 100 мг, лютеин. Ну, не знаю, по-моему, тоже женский, кстати, комплекс. Вот, ну, на мой взгляд, это все-таки такие эконом-версия витаминов, и эффект от них может быть похуже, чем, например, от других более дорогих комплексов. Ну, как бы тут уже нужно смотреть по кошельку и выбирать, что у вас стоит на весах. Так, идем, наверное, дальше, пойдем по красоте. Ну, в принципе, и биотин можно сюда. Так, это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Подтягивающая сыворотка компании Now Foods, 30 мл. Цена, по-моему, около $10. Честно говоря, не брала эту сыворотку. Не могу сказать, что тут в составе. На втором месте идет сок алоэ. Глицерин присутствует, то есть она еще увлажняет. Гиалуроновая кислота, вот я смотрю, на шестом месте. Так, зеленый чай экстракт. Ну, что хочу сказать вообще по гиалуроновой кислоте. Подходит она не всем, потому что она имеет свойство накапливать жидкость. То есть если у вас не очень хорошо, допустим, работают почки, либо у вас вообще есть проблема с отеками лица, да, бывает такое, что проснешься и как будто лицо такое отечное, то все-таки гиалуроновую сыворотку я бы не рекомендовала применять, потому что отеки только могут ухудшиться. Вот. Ну и все-таки в последнее время предпочитаю корейские бренды с косметики. Вот. Поэтому, в принципе, $10 цена вроде бы нормальная, но при этом есть свои недостатки в этой сыворотке, нужно смотреть. Если вы такую пробовали, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, чтобы другим зрителям было полезно. Так, компания Natrol. Это коллаген в таблетках. Здесь 120 таблеток. С витамином С он идет в одной таблетке. Здесь написано дозировка в трех таблетках 2500 мг коллагена и 90 мг аскорбиновой кислоты. Ну, написано 40 доз. Что хочу сказать? Вообще дозировка коллагена 5-6 грамм необходимо принимать взрослому человеку, чтобы был хоть какой-то эффект. Поэтому 3 таблетки – это очень мало. Если вы посмотрите на другие фирмы, например, на Troll, у Dr. Best, у California Gold Nutrition есть коллаген неплохой, там везде дозировки стоят 5-6 грамм. То есть если таблетки по 1 грамму, то мы принимаем 6 таблеток. Это очень неудобно. Кому-то наоборот удобно 6 таблеток, кому-то удобнее в порошке, то есть одну мерную ложку на стакан воды, но там, конечно, нужно привыкнуть к вкусу. Вот, здесь же 3 таблетки, все-таки я считаю, это мало. Нужно принимать в полной дозировке. Ну и витамин С обязательно должен быть тоже в составе, либо дополнительно его принимать. Также можно комбинировать с гиалуроновой кислотой, опять же, если нет никаких побочных действий, нет отечности после этого. Вот. Ну а вообще коллаген очень нужен нашей коже, нашим волосам, нашим ногтям. Также он нужен нашим не костям, а суставам. То есть коллаген вообще очень полезная и нужная вещь в организме, да. Поэтому необходимо его дополнительно принимать, особенно если возраст уже 40+. Так, ну и еще один витамин для женской красоты – это биотин дозировки 5000 микрограмм. Это как раз та самая дозировка, которая препятствует выпадению волос. При этом, когда вы принимаете биотин, эффект прямо на лицо, волосы начинают активнее расти, на расческе становится меньше выпавших волос. А даже если посмотреть на голову, видны такие антенки, да, из вновь начинающих расти волос. Но как только вы прекращаете прием биотина, все возвращается. То есть накопительного эффекта нет практически никакого. Поэтому это вот такой препарат, да, который нужно пить либо постоянно,
либо смириться с выпадением волос. Хотя, знаете, все равно какое-то количество волос в день по-любому должно выпадать, новые должны вырастать, поэтому я не думаю, что можно слишком вмешаться в этот процесс. Если уже, конечно, есть проблемы с... Мало бывает такое, что есть проблемы с волосами, мало волос, именно дефицит, там уже лучше обратиться к врачу-специалисту, который подскажет, подберет комплекс витаминов, там, возможно, и железо нужно будет проверить, уровень железа в организме, может, и железо попить, и медь, в общем, ну, уже как бы заниматься усиленно этим вопросом. Идем дальше. Это омега, причем разные фирмы, разные концентрации, дозировки, детская, взрослая. Это самая простая 30% омега от компании Now Foods. Что в ней хорошего? Цена в ней хорошая, $9 с копейками. Дальше 200 капсул. Но здесь необходимо принимать 3 капсулы минимум в день. То есть этой банки вам хватит на больше, чем на 2 месяца приема. Хотя здесь вот по инструкции рекомендуют 2 капсулы дважды в день, то есть 4. 4 это будет 1200 миллиграмм чистой омеги в день. Можете в такой дозировке, то есть 50 дней у вас будет комплекс омега-3. Так, что еще хочу сказать по поводу омеги. Она вообще очень полезна для наших сосудов в первую очередь, потому что она защищает их от воспаления, она снижает повышенный холестерин, потому что холестерин является показателем воспаления в сосудах. Причем, может быть, самые различные причины воспаления в сосудах. Это может быть повышенный сахар в крови, это может быть давление, еще какие-то другие заболевания, да, которые приводят к воспалению сосудов. Омега-3 же помогает это воспаление снимать, да, уменьшает риск возникновения инфарктов, инсультов, улучшает липидограмму очень хорошо. Поэтому омега – это действительно то средство, которое необходимо принимать практически всем людям. Я даже деткам рекомендую уже начинать давать омегу, потому что в нашем рационе пониженное содержание омега-3 жирных кислот, особенно из рыбы, да, так как мы, ну, редко кто живет там в рыбном регионе и питается исключительно рыбой, как эскимосы. Вот, поэтому все-таки стоит омегу добавлять. Так, это же концентрация омеги здесь уже 950 миллиграмм в одной капсуле. Это 95% омега, наверное. Вот. Компания Salgar, очень хорошая фирма, все за ней гоняются, такая авторитетная фирма. 50 капсул здесь, ну и цена там, конечно, соответствующая, уже повыше, чем неконцентрированная омега. Ну, в принципе, здесь тот же самый, те же самые 50 дней приема. Да, даже здесь получается дозировка побольше. Ну, а цена у Now Foods пониже, конечно. Вот. Но зато здесь видно, что вот, что там за капсулы, какого размера, какой свежести и так далее. Идем дальше. Омега. Омега 800 от компании California Gold Nutrition. Тоже очень, кстати, хорошая омега. Цена у нее, по-моему, $8. 80% она. То есть 80% здесь чистой омеги, и вы имеете 800 миллиграмм чистой омеги в одной капсуле. Можно принимать одну капсулу, можно две, это уже по желанию, по вашему желанию. 30 капсул. Вот. Написано, что она фармацевтического уровня рыбий жир. И я, в принципе, им верю, потому что собственные бренды iHerb, они как бы, ну, я считаю, что им можно доверять. Хотя многие им, конечно, не доверяют, потому что и цена у них значительно ниже бывает, чем у конкурентов. Но это уже политика iHerb, то есть нет никаких посредников, они сами производят, сами продают. И последнее, это детская DHA, жевательная омега от компании California Gold Nutrition, тоже детский вариант. Здесь 180 рыбных желатиновых капсулок. Вкус клубника-лимон в трех жевательных таблетках, получается 162 миллиграмма чистой омеги. Но детская доза примерно 250 миллиграмм, от 250 до 500.
Здесь, конечно, маловато в одной таблеточке омега-3, но я, например, предпочитаю детскую омегу в жидком виде, вот и какие-то сиропы. У осла омега, вот неплохая омега, я вот недавно совсем обнаружила, очень мне понравилось. Поэтому взяла несколько банок, сейчас вот дети пьют осла омегу. Так, идем дальше, наверное, по витамину D3. D3 это, конечно, тренд этого года в связи с этим ковидом. Все стали принимать D3, даже те, которые раньше о нем не сильно беспокоились. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, вот сколько, например, в этой посылке у меня витамина D3. И здесь дозировки 5000 у 6 упаковок и одна упаковка 10000 у. Что вообще делает витамин D3? D3 это пригормон, его еще называют, потому что он не просто витамин, он также является пригормоном. Он практически участвует во всех процессах в нашем организме. Его нехватка может сказаться как какими-то появлением хронических заболеваний, да, связанных с щитовидной железой, связанных с недостатком иммунитета, также костные проблемы с костями тоже могут быть связаны с дефицитом этого витамина D3. Мы живем много лет с его дефицитом, при этом не подозреваем об этом и в итоге пожинаем плоды, когда уже появились какие-то проблемы. Особенно они начинают вылазить после 40 лет. Очень важно либо сдать кровь на анализ, показать, какое содержание D3 в крови. Вот. Но вообще врачи рекомендуют всем людям взрослым принимать от 2000 ИУ дозировка. Это считается профилактическая. 5000 ИУ способна поднять уровень витамина D3. Я, например, для себя, не сдавая анализ, выбрала 5000 ИУ, но сейчас зима, плюс сезон простуд, в общем, нужно обязательно поддерживать организм. Дозировка 10000 ИУ – это при хорошем дефиците витамина D в крови. 10000 ИУ способна за короткий промежуток времени, там 3 месяца, это короткий промежуток времени, поднять до каких-то более-менее значимых пунктов. Поэтому не пренебрегайте витамином D3, потому что он влияет на все сферы нашего организма. Даже если вы там помешаны на красоте, но при этом у вас будет низкий витамин D3, будет гормональный дисбаланс, и все равно красоты не добьетесь, несмотря на то, какие вы там добавки дорогие будете принимать. И это, в принципе, копеечный препарат. Просто нужно знать, что D3 сейчас нужен практически всем. Идем дальше. Это Оптицинк компании Solaray 30 миллиграмм и есть витамин В6. Здесь, кстати, цинк в форме монометиоднина. Это, по-моему, хелатная форма цинка. Вот, в одной капсуле 30 миллиграмм. Ну, такая оптимальная дозировка, в принципе, В6 20 миллиграмм. Ну, хорошее содержание В6. Так, что здесь не написано? Не вижу я, сколько капсул они рекомендуют. Но вообще из рекомендаций для профилактики 30 миллиграмм цинка, в принципе, будет достаточно. Если же вы, допустим, заболели, то дозу цинка можно увеличивать до 60 миллиграмм спокойно. Вот. Хорошая цена, хороший цинк. Очень, кстати, неплохая фирма Solaray. Очень многие берут у них витамин D3 с К2, потому что К2, говорят, тоже нужен для усвоения витамина D3. Вот, присмотритесь. Так, это компания MRM, спортивный бренд, который производит неплохие добавки, который имеет сертификат GMP. 100 веганских капсул, это пиколинат хрома. Хром помогает нам держать патологическую тягу к сладкому под контролем, снижает ее, улучшает метаболизм глюкозы, очень важен для людей с сахарным диабетом. Их дозировка около 500 миллиграмм, здесь же 200 миллиграмм в одной капсуле. Это такая либо профилактическая доза, либо принимать, допустим, две капсулы для того, чтобы набрать нужную дозировку. Сама принимаю хром, потому что он действительно помогает вот и похудеть, и держать вот эту вот, как
как я уже сказала, тягу к сладкому. Ну, знаете, тяга к сладкому бывает разная. Бывает, вы просто от скуки едите, да, бывает, вы едите от того, что не можете удержаться. Поэтому вот как раз с такой тягой, которой вы не можете удержаться, хром справляется на отлично. Идем, наверное, дальше. B-комплекс. Компания Life Extension снова. Это витамины группы B в таких ударных дозировках, я бы сказала. Здесь дозировки приведены на 2 капсулы. Ну, в принципе, если вам много, то можете одну употреблять капсулу. Хорошие формы витаминов, я смотрю, именно хорошие для усвоения. Ну и витамины группы B, конечно, они придают энергию, но при этом имейте в виду, что у них очень много побочек, поэтому все-таки перед приемом лучше проконсультироваться с врачом, необходимо ли вам принимать витамины группы B. Дальше это Nutricology. Тоже, кстати, очень хорошая фирма с БАДами фармацевтического уровня. Это жидкий магний-хлорид, хорошая абсорбция магния, гипоаллергенный, да, магний-хлорид. Честно говоря, я не гуглила, насколько хорошо усваивается хлорид магния. 1/2 чайной ложки содержит 66 миллиграмм. Вот. Но я предпочитаю, конечно, магний в хелатной форме. Нужно погуглить, насколько хорошо усваивается хлорид магния. Идем дальше. Это Релора. Снимает стресс, помогает уменьшить тревожность. Это вообще смесь экстрактов магнолии, филодендрона. В общем, такой растительный препарат, да, который помогает снять признаки тревожности, да, какой-то стресс уменьшить. Не знаю, насколько действенный этот препарат. Кто-то предпочитает пить валерьянку с пассифлорой, кто-то корвалол сразу капает. В общем, если вы принимали Релору, рекомендую отписаться в комментариях, чтобы было понятно, помогает либо нет. Потому что я не применяла. Я больше как-то магний, валерьянку я по этим препаратам. Так, это Инаситол. Поддержка здоровья функции мембран. Миоинаситол форм. То есть какая-то форма, которая очень хорошо усваивается, я так понимаю. Ну, инаситол очень часто можно встретить в мультивитаминах, да, в каких-то добавках. Вот. Я так понимаю, он что-то на клеточном уровне у нас балансирует. Вот. Уровень активности инсулина поддерживает. Ну, я так понимаю, что этот препарат заказали у меня в комплексе лечения сахарного диабета. То есть, ну, сколько корректно сказать лечение сахарного диабета, потому что он неизлечим, ну, скорее компенсацией, да, его последствий для организма. Потому что не так опасен сам сахарный диабет, сколько его последствия, да, как он может влиять на организм и разрушать ваши клетки. И еще одна трава – это расторопша, поддержка функций нашей печени. Экстракт силимарина 30:1, это очень хорошо. Здесь 150 мг чистого экстракта в одной капсуле. 100 капсул, компания Gero Formula. Расторопша вообще очень хорошо чистит печень, восстанавливает ее клетки, является желчегонным препаратом, который хорошо, ну, пить вот после каких-то либо затяжных праздников, как сейчас у нас вскоре будут новогодние, либо вообще попить, если у вас появилась какая-то тяжесть в правом боку, покалывание, то неплохо пропить расторопшу. Также лецитин неплохо поддерживает здоровье печени, восстанавливает ее клетки. Вот. И последнее, это такая масочка Радиан Сеул. Очень хорошее дополнение к любой посылочке. $1 стоят эти маски. Очень хорошего качества. Они тканевые, хорошо пропитаны. 25 мл. И цена в $1 действительно очень хорошая. Здесь придающее сияние коже. Конечно, это Радиан Сеул, это тоже собственный бренд iHerb, сделан какой-то в сторону корейской косметики, но я не знаю, насколько у них получилось повторить, да,
корейские рецепты, но в принципе я пользовалась уже несколько масок этого бренда, и в принципе неплохие тканевые маски, ничем не хуже корейских масок. Все, всем спасибо за внимание, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, найдите меня в Одноклассниках, в Инстаграм, можем там с вами пообщаться. Также не забываем поддерживать канал, вводите код канала, который будет в описании к видео при оформлении по ссылке. От меня вам 5% скидки на весь заказ, от вас ко мне прилетит небольшой бонус, как в виде спасибо за мои обзоры. Чем больше ваших спасибо, тем больше, надеюсь, интересных и полезных видео я смогу для вас снять. Всем спасибо за внимание, пока-пока!